мы приступаем к гидравлическим испытаниям. Мобильная прессовочная установка – верный помощник в проверке тепловых сетей на прочность. Такой метод проведения гидравлических испытаний проходит локальными участками и сокращает срок отключения горячего водоснабжения в 2 раза – с 2 недель до 7 дней. По новой технологии компания «Т-Плюс» работает не первый год. О слабых местах машины сообщают оператору. По падению давления и увеличению расхода сетевой воды виден возникающий порыв. После специалисты устраняют дефект, а по завершению ремонта организуют контрольное тестирование. Принцип ее работы заключается в том, что в ней расположен многоступенчатый сетевой насос, который приводится во вращение дизельным двигателем. Собственно, насос повышает давление. И согласно графика, согласно режимной карте, какой-то квартал, конкретный какой-то участок магистральной сети проходит испытание. Он должен выдержать 10 минут повышенным давлением. Также в этом сезоне запланирована диагностика труб с помощью робототехнического комплекса. Современный помощник зарекомендовал себя на участках, расположенных под дорожным полотном. С его помощью проверка проходит быстро, а главное эффективно. Один шаг робота равен 17 сантиметрам трубы. За час он может исследовать порядка 40 метров. Кроме гидравлических испытаний, в Т-Плюс применяется способ диагностики тепловых сетей при помощи роботехнических комплексов. То есть уже более 3 лет в городе Ульяновске применяется диагностика внутритрубная при помощи робота. В этом году у нас запланировано проведение диагностики на участках больше, чем в прошлом году. То есть, соответственно, это тоже позволит повысить надежность работы систем теплоснабжения. Гидравлические испытания – важная часть подготовки к следующему отопительному сезону. Энергетики своевременно выявляют слабые места, устраняют дефектные участки и тем самым предотвращают нештатные ситуации зимой. В зоне ответственности больше 40 участков, где проходит проверка теплосетей. Первые тесты организованы в одном из кварталов Засвияжского района. Здесь подача ГВС временно приостановлена с 6 по 12 мая. Подробный график проведения работ размещен на сайте ульяновского филиала Т-Плюс, а также региональных СМИ. Во время испытаний специалисты призывают горожан соблюдать простые правила безопасности. Не оставлять машины в охранной зоне теплотрасс, не подходить к месту разлива воды. При возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться в диспетчерскую службу филиала по номеру 456-38 или в муниципальный центр управления, набрав 05. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда. ТВ.